испытаешь. Якутский нож для правши. Существует миф, что якутский нож не может одолеть консервную банку и становится совершенно непригодным после открытия тушенки или сгущенки. Сейчас мы попросим прекрасную Алену открыть нам банку сгущенки, а после этого разделать мясо из морозильника ледяной. In the drawer, right? In the end of the mail. At the drawer. Where is that? Ready? How do you do it? Консервная банка открыта. А теперь этим же ножом, специально для объективности теста, не очищая от сгущенки, мы порежем мясо из морозильника. Мясо из морозильника. Мерзлое. Очень мерзлое мясо. Серебром, что ли? Мёрзлое мясо, ледяное мясо из морозильника. Ледяное мясо из морозильника. Теперь я заберу нож, мы продолжим съемку. Сейчас я буду сам разделывать ледяное мясо, потому что это нелегко для хрупкой девушки. Но ледяное. Просто, да? Ледяное мясо. Лед. Из морозильника. Нарезаем по нужным нам размерам. Скользко. Скользко.
Как мы видим, нож после открытия консервной банки остается острым. Костяда был головный костяда. Ладно, да? Костяда. Нож остается острым. И можно даже сделать костяда. А с костяда? Костяда. Костяда. Индикатор остроты. Дизайн костяда. 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 Вот, пожалуйста, костяда. Консервная банка, мясо мёрзлое и КСПА. Чай, всё. Нет. Первый раз, Егор, это долг. Оооо! На, ты! Это звезда интернета, Егор Терапевтин.